Добрый день. Я врач-фитотерапевт Борис Качко. И сегодня вы узнаете, что рак – это не приговор, а руководство к действию. Распространенность онкологических заболеваний сегодня примерно 15-20%. И фактически рак может постучаться, если не к вам лично, то в вашу семью точно. Бытует мнение среди пессимистов, что рак неизлечим, от него умирают. А люди давно перестали умирать от старости. Всегда найдется какая-либо болячка. И при этом рак сегодня проще вылечить, чем хронический гастрит. Что такое рак? Рак отражает длительное снижение иммунитета, при котором от иммунной системы первично ускользнуло всего несколько десятков раковых клеток. И в то же время ежедневно иммунные клетки находили и уничтожали примерно по 300 злокачественных опухолей. Фактически рак – это не приговор, а предупреждение что-либо изменить в своем образе жизни, питании, отношении к окружающей среде и к себе лично. При этом факторы риска основных кардиологических заболеваний и рака практически идентичны. Если рак дает время что-либо изменить, то кардиологические заболевания выносят приговор быстро и безапелляционно. Можно ли вылечить рак на четвертой стадии? Да, даже, казалось бы, безнадежная четвертая стадия, а 5% выздоравливает. В то время как кардиологические заболевания – это чаще всего путь в одну сторону. Теперь вы знаете, что такое рак, насколько он опасен для человека и что делать в случае, если вы заболели. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения.